Приветствую всех на своем канале, с вами снова я, Ольга Карпович, и в принципе с небольшим, но таким очень даже полезным заказиком по каталогу еще 7. Напоминаю, что у нас действует до 28 мая. Все, кто делали заказы в прошлом каталоге и успели оплатить до начала этого, то есть оплатили свои заказы до 7 мая включительно, у вас в промо-акциях есть купоны или возможность купить по спецценом. Там очень классный товар, прям то, что я люблю, уход за телом, гигиена, парфюмерия, которая подороже, одним словом, тот товар, который подороже. Поэтому будьте готовы, что там нет никаких средств для дома, кое-что есть с пищевых концентратов. И я сегодня хочу вам показать вот такие вот покупочки, что я себе взяла. И также хочу напомнить, что кто не в курсе, кто VIP-консультант, как и я, то есть делает постоянно 100 баллов, и вы не в курсе, уже, ну, наверное, каталога 4, у нас действует программа Drive, что это такое и, как говорится, с чем ее едят, есть у меня отдельно видео на канале, ну, в принципе, я вам прикреплю здесь, посмотрите в рекомендованных. Так вот, нам есть отдельная акция, и на этот раз это спеццены на аромаманию. Диффузор, сначала был один, потом разобрали, сейчас появился антистресс, кстати, которого давно не было на складе. И вот аромамасла, вот эти вот эфирные масла, одним словом, то, на что давно смотрите, можно купить по очень вкусненьким ценам. А я хочу вам показать, что я себе, любимой, взяла по купончикам. Итак, первое, что я приобрела себе, буду пробовать, вот, отсвечивает, буду пробовать вот эту новую серию Miss Skinny. Меня что радует, что в заказах очень много этой линейки, очень много. И для век, и сыворотка, и крем дневной. Значит, крем дневной, очень хорошая степень защиты, 30 SPF. И лично я себе не брала, у меня еще, как говорится, всего хватает. У меня еще куркума, правда, там 15% SPF, но тоже очень хорошо. Я по себе вижу, почему? Потому что я им пользуюсь, наверное, месяц. То есть, как бы, вот на солнце, грубо говоря, там вот, 2 недели, там пару дней было. Вот сейчас чуть-чуть тепло, как бы уже так по-летнему. Вот. И я просто к чему, что раньше у меня к этому времени уже шла пигментация. Сейчас еще вроде бы нет. И я считаю, что это все благодаря тому, что я вовремя начала пользоваться SPF. А раньше, когда я примерно начинала, конечно, солнцезащитными специальными, когда уже жара-жаришка. Вот, а сейчас так получилось, что я вот где-то, ну, с апреля, наверное, начала пользоваться куркумой, и как раз там SPF 15, и, как видите, хватает. Но потом я обязательно, у меня там еще осталось полбанки, я обязательно возьму Miss Skinny. Почему я вам так подробненько рассказываю? Потому что читала отзывы и разговаривала с девчонками, которые брали. Чем-то по консистенции схож, но намного лучше по нанесению. Вот мне лично солнцезащитный, чем я могла халтурить, как говорится, потому что очень долго нужно его наносить, и потом у меня очень и очень блестит лицо. Одним словом, я такое не люблю. А вот Miss Skinny SPF 30 и шикарнейший состав. И вот я решила взять сыворотку. Напоминаю, что такого у нас никогда не было. Это сыворотка для кожи вокруг глаз. Значит, очень удобно ее наносить. В составе структурный белок яблока и эластин. Это белки молодости, которые улучшают тонус кожи век. И аргинин. Усиливает микроциркуляцию и повышает увлажненность. Вот, значит, после вскрытия, как обычно, 6 месяцев, поэтому я пока не открывала, у меня еще Миракл, наверное, чуть меньше полбаночки, но очень удобно брать по купонам, отвлеклась, как всегда. Дальше, мега выгодно брать мицеллярку, но только вот это, 12,44, это для всех типов кожи, чтобы вас не обмануть, где-то 4 с копейками,
это вообще, так, грубо говоря, бесплатно. 300 миллилитров, я уже даже сбилась со счета, сколько у меня уже было этой мицеллярки именно баночек. Мне она подходит идеально, несмотря на то, что у меня чувствительные глаза. Это проверено. И очень часто у меня вот эти воспаленные капиллярчики в глазах и так далее. Кстати, реклама в массы по поводу капиллярчиков. Так как я, ну, я думаю, вы видите, очень подробно изучаю категории здоровья, езжу на все обучения, посещаю все вебинары, сама все пробую, тестирую. Я сейчас хочу рассказать про молекулярные БАДы. Вот. И первое знакомство я взяла именно для поддержки зрения. Вот. И первое, что я хочу сказать. Во-первых, это уже сейчас, обучившись, научившись, я могу сказать, что мне нужно было брать две упаковочки, то есть два месяца пропить. Вот. Я пропила месяц без пропусков, потому что, ну, я привыкла, я постоянно пью витаминчики, каждый день ничего не пропускаю. Вот. И сейчас, как я уже сказала, два месяца мне надо было пропить, но слышала отзывы, и, как говорится, если вам это откликается, просто берите и пробуйте. Как заказывать на аптеку, тоже есть у меня здесь на канале. Значит, этот БАД очень хорош для возрастных, ну, для возрастных людей. К чему я говорю? Это когда не так, как меня, когда минус, а когда плюс. То есть, когда начинается вот уже, когда тебе надо относить там телефон, газету и так далее, знаю, по родителям, вот. И чем раньше ты это начинаешь пропивать, тем лучше. Как я уже сказала, лучше всего курс 2 месяца пропить, и затем, допустим, там через полгода можно повторить. То есть, вы по себе будете видеть. Прям через 2 недели девчонки, ну, уже как бы не девчонки, а женщины, рассказывают, что эффект есть, что прям чувствуется, как фокусируется вот именно глаз или сетчатка, как там правильно сказать. Потом говорит опять то же самое, но она принимает только 2 недели. По себе, что хочу сказать, в точностью 100%, вот эта краснота у меня ушла. Во-первых, я постоянно хожу в очках, во-вторых, в очках и читаю, и за компьютером, хотя мне только для дали, вот. И плюс у меня чувствительные глаза, как я говорила, и вот эта краснота у меня ушла 100% после одной баночки. И пропивала я ее, сейчас скажу, я была на обучении в апреле. Вот, пропивала я в апреле. Поэтому, как всегда, отвлеклась, но не могу не рассказать. Дальше решила взять себе попробовать софтнер. Опять же, после 30 лет обязательно всем рекомендую эту серию с витаминчиком С. И ее очень нужно именно использовать сейчас, когда тепло. Сыворотка прям имеет осветляющий эффект. У меня просто сывороток много, я понабирала с коллагена. А вот софтнер я никогда не брала. Но так как я уже давно... У меня есть и обычный тоник, и вот тоник именно такой вот с распылителем. Хочу на лето вот именно распылитель и именно как дневной. Поэтому буду пробовать. Опять же, где-то 4 с чем-то. То есть так он, по-моему, ну почти 8, если по акции, а так, наверное, 10. Поэтому рекомендую. Кстати, артикул мне сказал 13.38. Это я все приобрела по купончикам. Дальше. Кто ждет, показываю. Узрела буквально случайно. Просто меня много кто спрашивал. Появились у нас бальзамы Ботаника. Их очень полюбили девчонки, вне зависимости от того, какого цвета волосы. Но очень рекомендую вот именно бальзамы Ботаника на осветленные волосы и после химической завивки. Он очень густой, еле выдавливается. Пока на складе появился бальзам «Объем и густота». Артикул его 8746. Это у нас пшеница. И что еще? И василек, наверное. Так, так, так. Ну, как пользоваться, все знают. И цена, в принципе, дешевле, чем был в последнее время. По-моему, 3,69 по каталогу. Так, дальше. На распродаже вот такой вот
крем универсальный для лица, руки, тела. Скрывать не буду, потому что это я беру про запас. Это медовая серия. Очень густой такой. Это не суфле, как у нас есть серия вот La Creme, точнее Beauty Cafe, там суфле. Здесь нет. Здесь крем для лица, рук и тела, восстанавливающий райские моменты. Значит, ну как польза, я думаю, все знают. Значит, рассказываю, с какой целью я брала. Срок, кстати, хороший, несмотря на то, что он на распродаже. В январе только выпущен, по-моему, сколько? 18 месяцев, наверное. Да, 18 месяцев, то есть, ну, как бы срок хороший. Поэтому не раскрываю, но я вам рассказываю, для чего я брала. У меня у мужа чувствительная кожа, поэтому он пользуется только кремом. То есть, не лосьоном, ничем, и кремом. И мы облюбовали, и уже... Точнее, он очень много лет вот именно на меду. До этого вот у него заканчивается упаковка. Раньше у нас был, я забыла, как он называется, но тоже на меду. И сейчас на распродаже взяла этот крем, по-моему, 5,79 по каталогу. То есть, сами понимаете, своя цена меньше. И раз здесь такой срок годности, я, наверное, возьму еще одну упаковочку, потому что он обычно стоит... 8, где-то 7, но сейчас, ну, сами понимаете, очень выгодно. Ему хватает очень долго, потому что здесь 150 мл, артикул 25,82. Дальше попросили у меня заказать снова нашу салфетку против пыли. У меня их уже много заказывали, все пробуют. Артикул 910-432, вот не помню, показывала в видео или нет. Вот она была раньше такая вот оранжевая магнета, ей лет 10. Когда она грязненькая, я ее просто помыла хозяйственным мылом и повесила, она высохла. Все. Поэтому очень удобно, облегчает нам работу. Особенно сейчас, когда солнце, когда все видно, и ты заходишь в комнату, и там не знаешь, за что браться. Поэтому рекомендую. Дальше папа попросил ему любимый шампунь. Артикул 0536. Благодаря этому шампуню он забыл, что такое перхоть. Очень концентрированный, хватает надолго. И опять же хочу, не помню, где-то рассказывала или нет, обращаю ваше внимание, те, у кого часто перхоть, мы что берем? Все шампуни, 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 и то не подходит, и, как говорится, страдаем и боремся. А нужно всего лишь вылечить кожу головы. У вас очень пересушена кожа головы, то есть нужно пользоваться хорошим увлажняющим шампунем, и подобрать именно шампунь. Если эта тема интересна, ставьте классы, будет 15 классов под этим видео, обязательно сниму отдельно и расскажу, как вылечить кожу головы при перхоти. Дальше попросили заказать такие вот наши ампулки для чайников и кофемашин. Значит, здесь 4 у нас ампулы, то есть на 4 раза или же на 2, в зависимости от загрязнения. Как пользоваться, здесь все написано. Работают на 100%, артикул 30-259, цена по каталогу 4,29. То есть очень удобно и очень выгодно. И опять же, я полюбила, и есть у меня клиенты, которые полюбили именно смузи. Насколько я раньше его не брала, насколько у меня уже вторая упаковка. Артикул его 15794, очень вкусненько, очень полезно. Пью, как здесь написано, замешиваю в горячей воде, чуть-чуть набухла, выпила, и затем через минут 5 начинаю завтракать. И 100% быстрее насыщаемость, и ну, я как-то совершенно по-другому себя чувствую. Значит, этой штучки на 25, то есть практически на месяц хватает. Также можно его, кстати, есть и в полдник, и тогда у вас будет вместо приема пищи. То есть можете еще так пробовать. Артикул 15794, рекомендую. На этом у меня все. С вами была Ольга Карпович, бизнес-проект-партнер. Кто заметил, молодцы. А кто не заметил, напоминаю, под этим видео есть ссылочка на мои каналы. У меня сейчас еще один новый открытый канал. Это про здоровье. Он только наполняется, но кто первый попадет, тот получит много сразу пользы. Всем пока. С вами была Ольга Карпович. Не забудьте подписаться.